Бесплатные занятия и полная погруженность в собственное дело. Такие особенности своего нового проекта футбольного детского клуба выделяет руководитель компании «Погода в доме» Нурали Латыпов. Все это открывает большой простор для творчества и выстраивает перспективную дорогу в будущее для юных футболистов. В этом году у нас родилась идея, чтобы нам открыть свою собственную футбольную школу, назвать ее «Погода в доме». Вот так как есть команда футбольная «Погода в доме», которая также у нас уже с момента открытия компании, она у нас существует. Мы на любительском уровне участвуем, очень успешно участвуем, очень много выиграли разных турниров. Вот, и в этом году решили мы открыть детскую футбольную школу, чтобы она воспитывала подрастающее поколение. Сейчас в команде уже около 200 увлеченных юных спортсменов. Площадки для занятий есть в каждом районе города. Стать частью команды может любой желающий ребенок в возрасте от 5 лет. Тренерский состав – это профессионалы своего дела, прошедшие специальное обучение, имеющие лицензии, а также богатый опыт в футбольной сфере. В планах на ближайшее будущее – открыть филиалы школ в районах области и взращивать звезд футбола. Хочется бы обхватить и районы, потому что детский футбол в районах немного, наверное, отстает на сегодняшний день. Сам уже проездил все практически районы, посмотрел, чем дышат районы. Конечно, мы обращаем внимание на материально-техническую базу, на инфраструктуру, да, в районах. И понимаем, что нам надо облагораживать, нам надо успешно этим заниматься. На торжественном открытии детского футбольного клуба «Погода в доме» родители смогли пообщаться с тренерами, записать своего ребенка на занятия, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.